Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что вы заглянули ко мне. В общем, решила я начать снимать новый влог. Надеюсь, что зайдет. Вот давно меня как бы так не было на ютубе. Показываю вам вот такую красоту. В общем, я сдала первый госэкзамен. Это был у нас предмет уголовное право и уголовный процесс. В общем, это был один экзамен, включающий в себя два предмета. Я его сдала на отлично, чему я очень рада. И вот Лёша подарил мне такие цветочки, когда меня встречал с вокзала. Вот, что еще хочу вам показать. Совсем, конечно, не ПП, но мы сегодня заезжали в Макдональдс. И что мы купили? Захотелось мне картошку фри. Она уже, конечно, остыла, но вот пока проводила Лешу на работу в ночную смену, его там на подработку вызвали, то уже все у меня остыло. Ну, ничего страшного. Чикен Макнаггинс, 6 штучек взяла вот такие. Кстати говоря, в другом городе, вот где я учусь, Ростов-на-Дону, вот там вкуснее в Макдональдсе наггинсы, а здесь они у нас какие-то, ну, не очень вкусные в нашем городе. Ну и на этом спасибо. Взяла два соуса, сырный и сладкий чили, очень люблю. И взяла также вот такой маленький чикенбургер. Вот, кому интересно, какие у нас цены в Макдональдсе, то вот. Лёша себе брал двойной чизбургер комбо, и также брал себе кока-колу среднюю, вот. И тут как-то так все прям дешево вышло, я аж в шоке. Вот, и еще что хочу вам показать, также покупочки. Заезжали мы сегодня в магазин. Так, и заезжали мы сегодня в магазин, покажу, что купили. Были мы в гипермаркете «Магнит», в общем, я взяла две вот таких коробочки Барни. Сегодня заедет мой брат ко мне, мне там нужно кое-что ему отдать, и, в общем, я детишкам хочу передать по коробке Барни. Взяла одну с шоколадом, вторую с молоком. Далее томаты «Дядя Ваня», вот эту марку я очень люблю, и вот там у них есть перчик такой острый, халапеньо, как-то я вам показывала его осенью, очень он вкусный, и чили перец тоже маринованный, очень классный. И вот такие томаты, они есть в больших таких банках, трехлитровых, и мы взяли вот такую. Далее фанта с апельсином, что захотелось, персики плоские, вообще хотела нектарины, но какие-то они были неспелые. Далее вот такая у нас местная выпечка нашего гипермаркета «Магнит». Я взяла себе слойку с курицей и грибами. Очень вкусная, свежая. Далее виноград белый. Сорт там какой-то. Ну, такой, самый обычный белый. Далее колбаса салями финская с можжевельником от марки «Тауэр». Очень ее любим. Далее взяла «Альпро» с миндалем. И также... Так, взяли мы вот такую штуку, плов с курицей, как-то я брала тефтели с пюре, по-моему, они мне очень понравились, вкусные были, и вот решила попробовать также вот такую штуку. Я, конечно, редко такое все приобретаю, но вот что-то мне захотелось. А еще мы уже вовсю едим арбузы, взяли вот уже второй раз, очень сладкие попадаются, посмотрим, какой будет в этот раз. И он у нас вышел на 4 килограмма 400, что там, по-моему, 10 грамм, и также цена за него 423 рубля. Так, ну еще у меня, конечно, были покупки косметики, там немножечко товаров, но их я уже буду показывать вам в отдельном видео про уходовую косметику. И что касаемо по ценам, решила, что не буду вот это каждый раз стоять искать. Вот что вам интересно, можете поставить на паузу и посмотреть, что сколько стоило. Вот, вот такие были у нас покупочки. Чек составил 1426 рублей. А еще мы тут сегодня на рынке купили вот такую клубничку. Это уже, девчонки, домашняя. Она такая ароматная, такая сладкая. Блин, обожаю вообще клубнику. Сейчас пойду себе помою и буду есть. Девчонки, давайте, наверное, закончу мой влог тем, что покажу вам покупки из светофора. Мы туда сегодня заезжали вообще спонтанно, попросила мама парня свозить ее туда. И вот мы зашли туда с ней, вроде как нам ничего не было нужно,
Но по факту все равно покупки мы какие-то вот совершили. В общем, взяла я вот такие салфетки. Я не знаю, сколько здесь штук. Где-то, может быть, это написано. Ну, вот просто салфетки бумажные, двухслойные. А, вот количество 200 штук. Вот, обычно я беру их в фикс-прайсе, но решила взять там. Цена, в принципе, не особо-то отличается. Так, теперь у меня программа такая, найти, сколько они стоили. Так, салфетки эти стоили 52,50, даже выгоднее, чем в фикс-прайсе, потому что в фикс-прайсе 180 штук, по-моему, и они 55 стоят. Ну, как бы 3 рубля, конечно, роли особо не сыграют, но вот ничего страшного. Далее взял Леша себе вот такие сардельки с говядиной в натуральной оболочке. Не знаю, вкусные они или нет, первый раз берет, но он взял поделиться с мамой. Вот половину ей отнесет. А здесь 288 рублей. А дальше, что еще? Здесь смотрим. А, в общем-то, молоко. Молоко у нас тоничное, ультра пастеризованное. 35,50 оно стоило. Далее что? Чеснок. Так, все теряю в чеке. Вот, чеснок у нас сушеный. Здесь 100 грамм, 38 рублей 40 копеек. Мне кажется, это очень бюджетная цена, потому что мы покупаем вот эти упаковочки там, да, по 40 рублей. А здесь вот разом 100 грамм пересыплю в другую баночку, ну, куда я пересыпаю чеснок, и будет все отлично. Так, далее что еще? Чизбургер, сыр, это продукт, плавленный с сыром. В общем, он у нас уже стоил 34,50. Так, далее, что еще мы взяли? Вот такие салфетки, ой, не салфетки, а, господи, ватные диски, 120 штук, 27,50. Ну, вот такие вот они, самые-самые обычные. Далее, детское пюре, получается, 3 вот таких штуки, фрумка по 90 грамм. Вкус яблоко-персик, они вот так вот скреплены скотчем. И, в общем, они стоили 51,50. И еще вот такое взяла пюре, фикси пюре груша-яблоко. Вот, тоже очень вкусно. Многие, кстати, из моего города девчонки, кого я смотрю на ютубе, они говорят, что там самая бюджетная цена на такие пюре. Вот это, кстати говоря, у нас стоило тоже 34,50 за 210 грамм. Очень выгодно, я считаю. Захотелось мне, конечно, вот такую еще фигню. Это Big Lunch, картофельное пюре с соусом с курицей. Ну, завтра, может быть, в течение дня его поем. Оно стоило 22,50. Брала кучу мороженого, вот это Сникерс Криспи, девчонки, там на него самая бюджетная цена. Одна штука стоила 25,50, и в итоге получается, мы взяли 5 штук, вот на 127,50. Далее захотелось мне вот такую рыбку, это янтарная, ой, камера, давай фокусируй. Вот, янтарная рыбка, ну, такая типа как с перцем идет. Так, снова у меня эпопея найти, сколько она стоит, потому что в чеке это просто катастрофа. Искать. Вот, рыбка янтарная с перцем, 88,50. Решили мы взять на пробу вот такое масло сливочное, крестьянское, русская буренка, 72,5%. Так, масло. Масло у нас стоило 91,50, ну такой вот прям нормальный кусочек. И последнее, что я взяла, это для своих племянниц и племянника. В общем, домашняя академия, здесь подготовка к письму, окружающий мир, развитие речи, цвет и форма, цифры и счет, мышление. В общем, подготовка, как бы скажем тогда, там к школе для детей 2-3 лет. Вообще, ей уже 4. Вот, но, как бы, я думаю, ничего страшного. Для профилактики будет нормально. Вот, поэтому тут разные такие штуки будет заниматься. Так, и племяннику, он вообще в этом году уже идет
в школу. Ну, вот я решила тоже взять ему, чтобы он занимался. Это букварь для мальчиков. Мне он очень понравился. Такой прям твердый переплет. Ростов-на-Дону, 2021 год. Здесь всякая информация. И вот здесь всякие упражнения. Назови звук, там слова, в которых... Ну, в общем, ну, такое все всякое. Я думаю, ему это тоже будет к школе полезно. Ну, если ему будет неинтересно, тогда отдаст своей сестренке, и заниматься будет она. В общем, как-то так. Хочется как-то детям помочь в школе. В общем, так. Вот это стоило 73,50 книжка, а вот эта домашняя энциклопедия стоила 58,50. Так, и, в общем, чек за вот эти вот все покупки наши составил 1026 рублей. Вот, девчонки, надеюсь, что вам понравился такой влог. Если это так, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, напишите, что покупаете вы в светофоре, что вам нравится, а что нет. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока.